Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Мауспик, мы продолжаем играть в Майнкрафт в хардкорном режиме. Вот. Да, всем еще привет. Головой вот так болтать умею. Класс. Так, мы закончили на том, что строили нашу ферму, и вот, как видите, мы вот эту стену уже немножко, ну как, мы, Мауспик. Вот здесь вот картофан будет сидеть. Картофан. Так, кстати, слушай, смотри, вот так вот можно сделать? Поставить-то на блок шерсти. А у меня нету больше. Я просто так, знаешь, обошел, чтобы ничего не это не выпало. А, можно. Ну все понял, ага. Так, кирки у меня нет. Короче, у нас шерсть кончается, вот что. А мы хотели вот так вот полностью все стены сделать мягкими, как психушки. То есть это будет особая психическая ферма. Ферма, да, с уклоном на ее внутреннюю энергию. Чем мягче стена, тем мягче картошка. Да. Нет, чем мягче хлеб. Сделано с любовью и добротой. Да, да, да. Только у нас. Жалко тут некому сбывать наши добытые вещи всякие. Ну это тебе не SimCity, чувак. Да, было бы классно. Так, в общем, что я тебе предлагаю? У меня осталось 11 шерсти на мировой рынок, но газ добывать, прикинь, под землей рыли-рыли, потом раз резко газ нашли, задохнулись нафиг. Да. Так, сейчас, я, знаешь, кирпичики хочу. Слушай, я тут представил, знаешь, вот нефтяные магнаты, а как людей называют? Газовые магнаты, что ли? Не знаю. Ой, у меня сосед постоянно в туалете газовый магнат устраивает. Симфония, третья симфония битхоина, да? Какофония, блин. Третья какофония битхоина. Лето. Осень. Писк мода, блин. Так, ладно, что-то какой-то коричневый юмор у нас пошел. Да, совсем коричневый. Не черный, а коричневый. Так, юмор детской неожиданности. Тебе пойдем. Ножницы надо сделать? Потому что мы явно сейчас пойдем добывать шерсть. Ну пойдем, в принципе. Так, вот тебе. Ага. Я это все выгружу, хотя здесь кирпич. Кирпич. Я кирпича там поделал. Как может. Много нам. Хотя нет, этого всего хватит. Так, мы поспать надо, поспать, короче. Вот. Сон для слабаков. Слонаков. Понял меня? Это где-то в Сильвии, что ли, или как? Фурды-бурды. Нафиг его знает. Так, все, понеслась. В общем, что я тебе могу сказать? Я не помню ту. Ха нет. Меня так реально сейчас переклинило в мозгу. Я вспомнил, где можно добыть шерсти. Пойдем. Надеюсь, мы не заблудимся. Морковка и на. Морковка убийца. Морковкой по скелетам, в общем. Мне кажется, или текстура немножко изменилась. Это я просто отвык от Майнкрафта. Да ты отвык, скорее всего. Ах, хлеб его знает. Ладно. Переиграл в кризис. Вот там у нас, значит, есть ориентир, по которому я смог вернуться в одной из прошлых частей. Буль. Одна так купала. Ну вообще. Знаешь, что-то мне сейчас такой мем вспомнился, короче. Одна такая картинка, где ты с лука целишься, ну там в кого-то в Майнкрафте, да, такой, и написано «Протер монитор», и там, знаешь, крайзис, когда ты с лука такой тоже целишься. А, прикольно. Не, я лучше бы, наверное, бы не из крайзис, хотя из крайзис это скорее юмор этот, осмеиваться движок. Ну, не как не движок, а это. Ну там видишь, типа офигенная графика. Да, 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 да. Ты поменьше бегай, с графой. Да, кстати, это правильно. Вот это тот самый ориентир. А вот если бы сделали, конечно, Skyrim, было бы прикольно. Да. То есть. Да, я, кстати, Skyrim до сих пор не играл, прикинь, вообще не играл. Блин, а я все хочу нормально поиграть, то есть даже не столько под запись, сколько вот сам. Хотя, блин, вот, знаешь, вот действительно есть такая болезнь. Делать летсплей, ты начинаешь снимать то, что хочешь поснимать, а потом начинаешь снимать все, что подряд, все, что начинаешь играть. Да, да, да. Это знаешь, как наркоман просто.
вообще. И вот, допустим, хочешь поиграть, да, в Skyrim, вроде думаешь, ну вот снимать это слишком трудно снимать. Ну как, не то, что трудно, это требует ресурсов, там, сил, не знаю, каких-то, устаешь быстро, когда три серии поснимаешь, тебе без перерыва это все комментировать. А просто помолчать, поиграть тоже хочется, но когда начинаешь играть, ты думаешь, блин, вот этот момент прикольно было бы это. Да, это самая подстава, просто обкомментить, подстава. Да, вообще. Так. Также вот, я начинаю часто играть в какую-нибудь хрень, наподобие доты, и вообще просто, чтобы помолчать, поиграть, чтобы компенсировать как-то, чтобы не играть в те игры, которые я записываю. Угу. Чтобы, отдыхать от них. Потому что вот так я Майнкрафт вот записывал, когда попервой. Записывал, он мне надоел. Все, вот я не хотел в него заходить. Вот сейчас вроде более-менее. Да. Так, вон там болото начинается, все, я вижу. Не болото, а джунгли. Там разве джунгли? Ну я просто помню, что где-то там должны быть болота. Ты прям побежал, так побежал. Эй! У меня просто есть морковка. Морковный человек. Сейчас тебя догоню. Смотри. Я прям так мчусь за тобой. Нормально тебе. Ой, чуть не упал. Аккуратно здесь. Ха, смотри, как классно. Ого, что тут произошло тут? Уронил меня. Ой, господи, тут еще кто-то есть. Пойдем отсюда. Мы тут дальше пришли хулиганить. Это как под окном шумишь. Да. А там это... Бабка такая, иди играй в свой двор. Да, иди. Не, все же это близко к болоту. Блин, это ты что ли там ведром балуешься? Да, это я ведром балую. Я думаю, что за фигня происходит? Вода откуда-то, блин, появляется, исчезает. What the fuck, motherfuck? Вообще. Так, вот я вижу что-то очень интересное. Этот плод светлее обычного. Какао-бобы. Это я знаю, но он как-то светлее обычного. Надо, короче, с какао-боба... Да, блин! Я почему-то это проассоциировал со слюнями, как будто я на какао-бобу слюни... Это, знаешь, душ такой в жаркий день. Да. Как этот Бэр Гриллс сделал из змеи флягу, нассал туда. И выживал. Так и здесь. Ну я-то ведро взял на ведром и с водой. Как-то странное выживание в Майнкрафте. Ведро с водой постоянно себя ополаскиваешь, и оно не кончается. Можно обратно в воду запихивать ведро. Да. Ну, да. Такой вот Майнкрафт. Кстати, откуда... раньше он был лучше, по-любому. Куда-то мы пришли. Не тут-то. Мы тут. Да. Да. Надо бы, не конечно, тут, да? Вернуться. А вон болото. Ага, все, замечательно. Свинка, что будем их резать, рубить? Свэг. У меня к тебе есть небольшое предложение. Как насчет того, чтобы здесь построить небольшой домик из дерева, дачку такую, типа, знаешь, мы сюда будем... Мы не будем приходить, наверное, сюда больше, но этот домик временный, потому что, думаю, скоро стемнеет, а с шерсти рыть надо будет много. Чувак, зачем ему это надо? Мы же хардкорщики, мы и так дойдем. Ну чё? Да у меня нету ресурсов вообще никаких. У меня есть, у меня вот... Ты в земле по колено входишь. Смотри, ой. Смотри, что я тебе кинул. Вот теперь у тебя есть желание построить домик? Давай, короче, фундамент закладывай, я там... Ты реально у меня в земле по пояс ходишь даже? Итак, слушайте меня внимательно! Я водяной, не хочу играть с тобой. Вот тебе и дом. Земляной, отлично. Прям экономия ресурсов прям видится. Максимальная просто. Экономия ресурсов максимум. Ну вообще, прям как этот костюм Кразис. Максимум экономия ресурс. Да, просто 100% экономия. Ну и представь себе, у меня еще и кровать с собой была. Не знаю, откуда она у меня была, откуда она взялась. Да ты прям планировал все. Ну, возможно.
Ты специально запланировал, заманивал. Я заманивал тебя куда-то непонятно куда и зачем непонятно для чего. О. Ну и, собственно, как же, какой же это дом без верстака и двери, да? Оп. Так, и вот сюда. Оп. Оп. Ну и где дверь? Где дверь? Дверь! Дверь, где? Где дверь? Двери не вижу я. Я сейчас самую сюда с ума сойду. Где дверь? Двери нет. Фак. Holy fucking shit. Все, я, короче, сошел с ума, и я начинаю грызть зубами дерево. Блин, я не успел. Подожди. Ой. Походу, это я, нет? Да блин! Блин, мне начинает напоминать... О, видел? Все. Ультиматум просто. Вспомнил сразу мультик «Ну погоди», когда волк себя... Да-да-да. Знаешь, люди с клаустрофобией, наверное, надолго запоминают подобные моменты в мультиках. А ты что, боишься? Не, я нет, но я просто почему-то у меня ассоциация сразу прошла, что вот просто прикинь, оказаться в коробке, человек, который боится замкнутых пространств, сам себя там забетонировал, дурак, типа того. Так. Ладно, ты пока... В коробку да? от телевизора залез. Оп. Где шерсть? Я спрашиваю, где шерсть? Она должна быть на болоте. Все, я поставил этот самый. Я только котейку нашел, и все. Знаешь, чем-то мне это напоминает зайчика. Такие да. ушки. Ну, я на домик смотрю просто. Что ты тут ходишь, свинья? Пик! Так, подожди, я хрю-хрю. А, вот все. Швайне! Я услышал хрю-хрю. Меня позвали здесь. Зов свиньи. Да, хрю-хрю так. Я не вижу. А, вон, я вижу овечку. Овечка коричневый такой. Да, дерево, наверное, у меня было не для этого в инвентаре. Что-то мне кажется. Но мне все равно. Там же не написано, для чего оно было. Дерево для постройки дома. Да. Так, кажется, этого уже... Все, я собрал немножко шерсти. Шерсти? Хорошо, я тут немножко наш... Только знаешь, что нам надо? Надо лестница была. Надо сделать ферму животных и привести их к себе домой, чтобы шерсть самовосполнялась. Ага. Да. Ну, как бы у нас дома и так есть вроде более-менее овцы ходят, это я точно знаю. Вот если у нас будет две овцы, мы их будем там размножать и снимать с них шерсть. Размножать и снимать и шерсть. Так, надеюсь, я не сдохну, хотя лучше я перестрахуюсь. Где там твое ведро с водой, говоришь? А у меня уже нету воды. Воды нет, да? Воды нет. Именно воды нет. Тогда это не страшно, потому что... А чё тебе? Я хочу сделать себе безопасный спуск. Куда? Вот так, так, так. Да вот, кое-что хочу сделать. Где там твоя... Отдай ведро! Ведро свое давай! Да там, всё. Аригато, гаймас. Пошёл я сейчас. Где-то там была у меня. Я жду тебя. Не, а вон вода есть. Отлично. Ведро. Come to me. Классно написал, слушай. Да там с ошибками по-любому. Да, по-любому. Мне показалось, ты больше хотел сказать, типа, налей мне молока. Нет, я хотел сказать, иди ко мне. Ну приди ко мне, иди ко мне. Так, ну это вроде как неплохо, надо будет сходить еще. Сейчас приду и... Кстати, ты там случайно не сделал еще одну кровать? Сделал, я уже сплю. А, да, ништяк, ну тогда жди. Сейчас я... Ночной жду. Поход. Ночной поход за водой. Ай! Мне стрела что, попала в зад. Захотел? Ты попить захотел? Да.
соленой неопресневелой воды. Ну давай, заходи ко мне домой. О, все, класс. Хе, вольтом. Ню. А че я здесь-то появился? Прикинь, снаружи. У тебя в голове стрела. Я тут сказал, что мне стрела в зад попала, оказывается, она мне в голову. А че ты здесь сделал? Что это? Это, сейчас, погоди. Да я расскажу и покажу. Так, ждать бояться. Где была такая вещь? Ох. Ну, надеюсь, я... Молись! Кстати, я что-то... Я сейчас в шоке в диком просто. 400 FPS при записи. Что я сделал со своим компьютером? 400 FPS при записи? Да. Поздравляю. У вас мальчик. Это действительно классно. Так, ну я что думаю... Что я сделал со своим компом? У меня в жизни никогда такой при записи FPS не был. Слушай, я так давно не находился на такой большой... Так высоко. Тут, походу, сейчас все... И клаустрофобия тебе, и боязнь высоты. Давай. А если я промахнусь? Ну я, конечно, тоже умный. Я ловлю тебя, давай. Слушай. Давай. Слушай, я тебе кое-что сейчас кину. Принеси еще. Боишься, что ли? Да, я боюсь высоты, я забыл об этом сказать. Я хоть не боюсь клаустрофобии, но высоты очень сильно боюсь. Ты не бойся. Космонавты меня не возьмут точно. Ты падай, не бойся. Путо, пока... мадре, пендехо. Ты думаешь, давай. Я точно не это самое, не навернусь? 100% не вру, не скажу. Да какая разница, так это самое, это же от меня зависит, а не от тебя. Я там прыгнуть не прыгну. А, это будет глупо. Так, передай моей жене и детям, что я люблю их. У меня нет жены, черт, кого я падаю. Давай вот прыгай прямо вот сюда, вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я жив, чёрт! Ты прям в меня упал. А, блин, это было близко. Но теперь там есть маяк. Классно, да? Да. Теперь, если что, мы не заблудимся, и это будет ориентир. Так как шерсти нужно будет очень-очень достаточно. Я вижу ориентир. Что-то там. Слушай, вольно-невольно мы какое-то путешествие сообразили. Да. 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 Да, я думаю, что на этом как раз мы эту часть прохождения и закончим. Прохождение, похождений. Да. Так что вот, спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, подписывайтесь. Дальше будет интереснее. Да. Если понравилось, подписывайтесь. На наши каналчики. И всем до Тецкого. Да, пока.